если покрестил ребенка без его разрешения, можно ли его раскрестить уже взрослого, тоже без его согласия? Я думаю, что если он уже взрослый, во-первых, если вы покрестили в детстве, как только он вышел в зрелый возраст, ему надо об этом сказать, что так и так, по определенным причинам я тебя покрестила. Может быть, потому что мама ошибалась, но не знала, да, или маме это было очень нужно, ну, она считала, что это правильно, покрестила. То есть, как ребенок пришел в зрелый возраст, ему об этом нужно сказать. Предположим, сказали, но мимо ушей пропустил. Когда вы поняли, что крещение в христианстве – это проблема для человека, вы можете ему дать информацию и сказать, что есть возможность раскреститься. То есть вообще, когда человек уже взрослый, способен сам принимать решения, то есть он должен это сделать сам. Даже учитывая того, что он был покрещен как бы помимо его воли. Все-таки нужно к человеку подойти и с ним на эту тему поговорить. Тем более наверняка, что это ваш близкий родственник.